Сегодня в Карачаево-Черкесии завершился третий этап всероссийских учений экстренных служб реагирования. На этот раз специалисты регионального управления МЧС совместно с представителями других ведомств отрабатывали алгоритм взаимодействия при тушении пожара вблизи населенного пункта. На месте условного возгорания побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Горит участок пересеченной местности в Прикубанском районе республики вблизи населенного пункта. Оказавшимся в эпицентре чрезвычайного происшествия людям заблокированы пути отхода в безопасное место. Пламя охватывает все большую территорию и скоро может добраться до ближайшего населенного пункта. Очевидцы сообщают о случившемся в региональное управление МЧС. Таковы вводные очередного этапа учений служб экстренного реагирования Карачаево-Черкесии. Первоначально отработать их взаимодействие планировалось на территории Тибердинского заповедника с привлечением авиации. Однако погодные условия внесли свои коррективы. Впрочем, на практической части мероприятия все это никак не сказалось. Обновляются кадры, кто-то уходит, кто-то приходит. Всегда такой как бы естественный процесс, когда всегда всем... Ставшим на должность работникам необходима практика. Первыми на место прибыли представители МЧС. Спецтехника позволила соорудить естественную преграду, перекрывшую пламени возможность охвата еще большей площади. Пока одни разгребали горевшие участки, другие подтянули средства для тушения пожара. Когда активность огня утихла, прилегающую территорию осмотрели работники Следственного комитета Карачаево-Черкесии и добровольцы регионального поисково-спасательного отряда. Мы взаимодействуем со всеми ведомствами, то есть МЧС, спасатели, полиция. Мы после пожара вывозим всех, кто остался, и ищем пострадавших людей по их описанию. Там, допустим, одет в черную куртку, такая обувь, примерно такого возраста, такого телосложения. Далеко не все во время таких учений происходит в четком соответствии с намеченным планом. Но в том и заключается ценность подобных мероприятий – отработать различные варианты развития событий, постараться добиться четкого взаимодействия ради общей цели – спасения людей и сохранности материального имущества. Артур Мухцера, Солт Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.